Вы смотрите видео об отеле Le Balcons du Savoy. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Le Balcons du Savoy расположен в стране Франция в регионе Савойя и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Резиденция очень удобно расположена, недалеко от центра Шамони 3 минуты ходьбы и всего в 50 метрах от бугельного подъемника, с помощью которого можно подняться до фуникулера Дюбревен Дюбреван катание ски-ин, ски-аут. На территории отеля имеется 62 апартамента, лифт, бар, зона отдыха с камином, игровой зал, настольный теннис, бильярд, игровые автоматы, настольный футбол, стойка регистрации 24 часа, Wi-Fi бесплатно, подземный гараж 1, бесплатное место на апартамент ски-рум. В номерах есть, во всех апартаментах, кухонный уголок, посудомоечная машина, холодильник, микроволновая печь, электроплита, духовой шкаф, телефон спутниковая, ТВ-DVD, санузел, балкон. Студия 1/3 персоны, 24-35 квадратных метров плюс балкон 6 квадратных метров, гостиная с раскладным диваном. Апартамент 2 комнаты, 4/5 персон, 45 квадратных метров плюс балкон 12 квадратных метров, гостиная с раскладным диваном плюс спальня. Апартамент 3 комнаты, 5/6 персон, 60 квадратных метров плюс балкон 12 квадратных метров, гостиная с раскладным диваном плюс 2 спальни. Апартамент 4 комнаты, 7/8 персон, 87 квадратных метров плюс балкон 12 квадратных метров, гостиная с раскладным диваном плюс 3 спальни. Номерной фонд отеля состоит из One Bedroom Suite на 1-3 человек, 45 квадратных метров, гостиная, спальное место, раскладной диван, спальня с односпальной или двуспальной кроватью, балкон с видом на горы, 12 квадратных метров. Two Bedroom Suite на 5 человек, 60 квадратных метров, гостиная с диваном, кроватью, спальня с двуспальной кроватью, спальня с двумя односпальными кроватями, балкон с видом на горы, 12 квадратных метров. Two Bedroom Plus Suite на 5 человек, 60 квадратных метров, гостиная с диваном, кроватью, спальня с двуспальной кроватью, спальня с двумя односпальными кроватями, балкон с видом на горы, 12 квадратных метров. Внимание! Описание и планировка апартаментов являются неконтрактными и могут меняться. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть, бесплатно, крытый бассейн с подогревом, фитнес-зал, турецкая баня. За доплату, массаж, солярий, услуги косметолога. Для детей есть детская кроватка, стульчик, наличие и бронирование под запрос. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.